Добро пожаловать на канал HardRestInfo, перед нами Nokia X20, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить NFC и переключиться на другой способ оплаты, кроме как Google Pay, ну и так далее и тому подобное. Итак, многие, когда, собственно, берут телефон в руки, они думают, какого, извините, пожалуйста, дятла, здесь нет NFC, как так может быть? Но нет, NFC здесь есть, ребят. Во-первых, Google Pay тут включен по умолчанию, поэтому для того, чтобы Google Pay включить, просто перетаскивайте его в основное меню настроек. И все, и теперь здесь у вас будет Google Pay, собственно. Но если вы хотите пользоваться не Google Pay, и вообще хотите выключить NFC, как это сделать? Открывайте настройки, открывайте подключенное устройство и настройки подключения. Здесь будет NFC, собственно, здесь мы его отключаем, либо же включаем. Заходим в бесконтактные платежи, и здесь есть оплата по умолчанию. Можем выбрать из Google Pay на какое-то другое приложение поменять, если оно у вас установлено, естественно. Ну и все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания.